Добрый день. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы продолжаем наши лекции. Сегодня у нас еще один выдающийся деятель русской истории, митрополит Алексий. Это человек, который стоял у истоков московской митрополии. То есть, я говорил вам о том, что во времена Ивана Калиты возникает союз московских князей и митрополитчей кафедры. Митрополитчая кафедра руководила всей русской церкви в целом. Митрополиту подчинялись епископы. Митрополит мог отстранить от службы любого епископа. Митрополит имел целую, так сказать, структуру управления митрополитчью кафедру. Он имел большие материальные возможности, он имел большую власть. Внутри церкви любого церковного человека митрополит не только епископа мог отлучить от церкви, от служения, и это означало, что человек перестает быть священником или епископом и так далее. Но кроме власти внутри церкви, конечно, митрополит имел огромную власть над светскими людьми. Эта власть состояла прежде всего в том, что светские люди и правители, не говоря уже о простых людях, они испытывали уважение к главе церкви. Они не хотели с ним ссориться, они по возможности слушались его, потому что глава церкви – это высший духовный уровень. Но кроме того, у него была возможность наказать тех, кто не хотел слушать его советов, его распоряжений. И вот это наказание, оно называется интердикт. Интердикт – это отлучение от церкви. Интердикт мог быть наложен на одного человека за какие-то ужасные преступления, особенно преступления против церкви, против христианства. Да? Но интердикт мог быть наложен и на целый город. Это что означало? Это означало, что священники этого города, этого места перестают вести службу. Церкви закрываются. Все, церковь как бы выключена в этом городе. Она не работает. Для средневекового человека, для человека той эпохи, это трагедия. А вдруг кто-то из его родственников, или, не дай бог, он сам заболеет тяжело, и перед смертью надо же принять последнее причастие, иначе душа твоя попадет в ад. Это невозможно. Так что церковь имела огромное воздействие на ход не только церковной истории, но и политической истории. И вот, как я сказал вам, во времена Ивана Калиты возник союз московских князей и церкви. Митрополит Петр, славянин по происхождению из Западной Руси, он переезжает в Москву. Он умирает в Москве в 1326 году, святитель Петр. И его гробница стала первой святыней Московского каменного Успенского собора, построенного Иваном Калитой. Иван Калита добился причисления святителя Петра к лику святых. Вскоре после его кончины Петр был причислен к лику святых. А что нужно для причисления к лику святых? Это ведь не просто захотел там и причислил. Были три условия, при которых можно было претендовать на святость. Какие? Ну, первое условие – это наличие жития, текста. Второе – это нетленность мощей. То есть тело умершего, вопреки законам природы, не разлагается. Нетленность мощей. А третье – это чудеса у гроба. Когда у гроба этого умершего святителя или какого-то человека совершаются чудеса. То есть люди исцеляются, слепые прозревают, хромые начинают ходить. Совершаются чудеса от гробницы, от могилы этого человека. И вот три этих условия были, уж как они были, мы не знаем. И вот благодаря этому Петр был причислен к лику святых. Он стал первым московским святым. Но после кончины Петра приехал новый митрополит, грек Феогност, из Константинополя. Феогност следовал указаниям патриархии и старался не слишком сближаться с какой-то одной княжеской семьей. Потому что как только митрополитчая кафедра становилась на сторону одной княжеской семьи, тут же она приобретала и всех ее врагов. Тут же начинались склоки, тут же начинались жалобы в Константинополь, что митрополит не соблюдает равенство между князьями. Ведь все его духовные дети, а он отдает предпочтение только московским. Это нехорошо. И вот при Феогносте
ситуация была достаточно такая, знаете, переменчивая. То есть Агнос, да, он предпочитал жить в Москве, но все-таки он избегал прямого соединения своих интересов с интересами Москвы. А Москве очень хотелось иметь своего митрополита, который был бы, ну, на 100% свой, который не боялся бы показать, что да, он митрополит московский, он поддерживает Москву, и все остальные должны с этим считаться. И вот московские князья, Семен Гордый, Иван Красный, они мечтали о таком митрополите, который бы был им надежной опорой. И поэтому они сделали ставку, московские князья, на епископа, святителя Алексея. Теперь подробнее о жизни этого человека, о том, как поднялся он к высотам власти. Мы не знаем точной даты рождения святителя, но примерно по разным косвенным признакам историки эту дату называют около 1293 года. Около, примерно. И прожил очень долгую жизнь, просто фантастическое долголетие. Умер он в 1378 году, 12 февраля. Таким образом, 80 с лишним лет. По тем временам, ну, я говорю, просто библейское долголетие. Он был сыном одного московского боярина. В Москве ведь все были приезжие. Вы знаете, Москва создана переселенцами. Когда московское княжество в конце 13 века начинает быстро расти, то оно растет за счет переселенцев. Со всех концов Руси люди стекаются в Москву, потому что здесь было безопасно, относительно безопасно по тем временам. И Москва, между прочим, создана эмигрантами. В этом смысле она чем-то похожа на Америку. Она создана эмигрантами. Здесь не было своей аристократии. И поэтому московским князьям легче было установить здесь свою диктатуру. Потому что не было сильной местной знати. Вот как Даниил Галицкий всю жизнь боролся с этой местной аристократией и так и не сумел ее одолеть. А в Москве никого, все приезжие. Один из Брянска, другой из Рязани, третий из Владимира, четвертый из Новгорода. Все приехали служить. И поэтому они более послушны были московскому князю. Ему проще было с ними, так сказать, работать. Потому что у них не было местных корней, у них не было своих вотчин, он им все дал. И вот одним из таких, да, и, кстати, это очень хорошо было для Москвы, потому что переселенцы, вот эти эмигранты, это были люди пассионарные, как Гумилев говорил, то есть энергичные, люди, настроенные на удачу. Ведь это так трудно, сменить место жительства, уехать по тем временам в невероятную даль, в другое княжество, в другую землю, начать все с нуля. Для того, чтобы решиться на это, нужны были сильные, энергичные люди, которые умели и хотели побеждать. И вот такие люди, умевшие побеждать, хотевшие побеждать, они и были создателями московского государства. Это важно отметить, когда мы говорим, почему Москва победила. Потому что она создавалась мощной энергией вот этих переселенцев. Так вот, одним из таких переселенцев был отец митрополита Алексея, московский боярин Федор по прозвищу Бяконт. Федор Бяконт. Он был родоначальником боярского рода Плещеевых, еще нескольких фамилий. И вот сыном этого боярина Федора, который во время отсутствия князя исполнял в Москве обязанности наместника Тысяцкого, то есть один из ближайших к князю людей, сыном его и был Алексей. Он с детства, с отрочества увлекся монашеством. Конечно, это был необычный путь. Боярский сын должен был пойти по своей линии, но так же, как преподобный Сергий Радонежский, он сумел изменить колею своей жизни. Это был не такой человек, чтобы идти по колее. Он хотел жить так, как требовала его душа. И он уходит в монастырь. Он поселяется в Московском Богоявленском монастыре. Этот монастырь находился недалеко от Кремля. Ну, как бы вам сказать, примерно там, где сейчас находится здание ГУМа. Вот чуть подальше, за ГУМ, туда дальше, там сохранился до сих пор собор этого Богоявленского монастыря. Но, конечно, уже 17 века. Вот в этом монастыре он поселяется и становится очень хорошим, так сказать, по монашеским понятиям, иноком. Иноком послушным, иноком старательным, но в то же время, что отличало его от других монахов, это невероятная жажда знаний. Он хотел не просто молиться, он хотел понять окружающий мир. Его интересовали книги, он старался доставать новые и новые книги.
Когда он прочитал все те книги, которые были в монастыре, его заинтересовало изучение греческого языка. Он начал изучать греческий. Вероятно, в Москве в то время он нашел себе хорошего учителя. Во всяком случае, он овладел греческим языком в такой степени, что он, позднее уже став святителем, он дал собственный перевод Евангелия на русский язык. И вот там же, в этом монастыре, кстати говоря, в Богоявленском, был другой инок по имени Стефан. Стефан и Алексей подружились, а Стефан был братом преподобного Сергия Радонежского. И, конечно, Стефан рассказывал Алексею о своем брате, который живет в лесу, который живет в одинокой келье, не хочет никаких почестей, ничего, а старается только поднять монашество. И Алексей познакомился с преподобным Сергием, и впоследствии эти два человека в жизни постоянно помогали друг другу, постоянно поддерживали друг друга. Они были единомышленниками, они относились друг к другу с огромным уважением. Митрополитие Алексея сочеталось, казалось бы, несочетаемое. Талант твердого и решительного администратора и настоящая духовная закваска. Закваска святого подвижника, аскета. И вот это последнее его качество предопределило близость митрополита и преподобного Сергия. Они часто действовали за один, и только в одном вопросе преподобный Сергий отказался выполнить пожелание митрополита. Когда уже Алексей чувствовал приближение смерти, он захотел увидеть Сергия собственным преемником. Он пригласил его в митрополичий покой, показал золотые святительские одежды и предложил занять после его смерти московскую кафедру. Однако Сергий твердо ответил, что если митрополит будет настаивать, то он уйдет в леса, и больше никто никогда его не увидит. Взглянув в глаза Сергия, митрополит понял, что тот выполнит свое обещание. И отступил перед этим человеком, твердым, по словам жития, как адамант, как алмаз. Митрополит Феогност, грек, обратил внимание на способного инока Богоявленского монастыря, который к тому же выучил греческий язык. Грек Феогност был как бы тронут этим, потому что каждому приятно уважение к его родному языку. И вот митрополит Феогност решил поближе познакомиться с этим иноком. Он ему понравился. И Феогност дал ему ответственное поручение. Он возвел его в сан епископа и назначил своим наместником во Владимире. Это произошло в 1340 году. Феогност абсолютно доверял ему, и Алексей это доверие оправдывал. И вот московские князья начинают думать, что хорошо бы Алексея провести в митрополиты, ведь никто не вечен, Феогност уже был в преклонных годах. И они начинают говорить митрополиту Феогносту, что, владыка, надо бы подумать о наместнике, наследнике. И они уговорили Феогноста написать в Константинополь патриарху Филофею послание о том, что вот я нахожусь в преклонных годах, это заставляет меня подумать о наследнике. И вот есть у меня достойная, так сказать, кандидатура. Это вот владимирский епископ Алексей. Феогност написал такую рекомендацию, как мы бы сейчас сказали. И когда дело закончилось тем, что во время страшной эпидемии чумы, кстати говоря, в 1953 году митрополит Феогност скончался от чумы, тут же Алексей при поддержке московского князя сначала Семена Гордого, потом его брата Ивана Красного. Тут тоже в 1953 году происходит смена князей. Семен Гордый умер от чумы. Алексей отправляется в Константинополь, имея эту рекомендацию от Феогноста, и обращается, соответственно, грамотой от московских князей, обращается к патриарху с просьбой возвести его на русскую митрополию. В Константинополе патриарх Филофей долго не мог решить этого вопроса. По одной простой причине, потому что кроме Алексея были и другие соискатели митрополичьей кафедры. Приехали кандидаты из Литвы, приехали кандидаты от Твери, и все с деньгами, все с грамотами, все с прошениями. И дальше был, вероятно, своего рода аукцион. Так же, как в Золотой Орде за деньги распределяли великое княжение, так же в патриархии, ну или почти так же, не будем уж ставить совсем знак равенства, но
Конечно, присутствовал элемент, как мы бы сейчас сказали, коррупции. Но, с другой стороны, греков можно понять. Византия задыхалась, со всех сторон сдавленная турками. Собор Святой Софии разваливался от времени, не на что было его отреставрировать. Деньги катастрофически нужны были Византии. Короче говоря, в этой борьбе победил все-таки Алексей. Он был поставлен митрополитом киевским и всея Руси, и в 1354 году он приехал в Киев уже вот в этом качестве главы всей русской церкви. И он возглавлял русскую церковь с 1354 и до своей кончины в 1378 году. Когда он приехал в Киев, естественно, первое, что он должен был сделать, это поехать на поклон к ордынскому хану. Он поехал в Орду, потому что наши митрополиты, так же, как наши князья, должны были получать ярлыки на право управлять своими владениями. Ярлык от хана – это, так сказать, квитанция, что он действительно является подданным хана, он должен молиться за здравие хана, и после этого, получив ярлык, только он может стать главой русской церкви. Скажу вам сразу, что Алексей ездил в Орду как минимум два раза. Один раз он ездил туда в 54-55 годах, и второй раз он ездил туда в 57 году с одной необычной целью. Дело в том, что в Орде в это время правил хан Жанибек, и его старшая жена Тайдула, она тяжело заболела глазами, она ослепла. И вот Жанибек, хан, приглашает Алексея в качестве лекаря, исцелителя. Он просит его исцелить ханшу, потому что ходили слухи о том, что этот человек не только перед Богом большой человек, но он и прекрасно умеет исцелять недуги. И вот в 57 году Алексей поехал в Орду второй раз с целью исцелить ханшу. Это было рискованное мероприятие. Понятно, что конец его был неизвестен. И мы не знаем, как он ее лечил, но он ее вылечил. Она прозрела. Она прозрела, и это было большим его успехом, потому что после этого в Орде он стал очень уважаемым человеком. Очень уважаемым, его считали просто, так сказать, способным творить чудеса. Но главные проблемы, конечно, ожидали его на Руси. Сначала он хотел сохранить единство русской церкви и управлять одновременно теми епархиями, которые были в северо-восточной Руси, и теми, которые были в юго-западной. А юго-западная Русь в это время под властью Литвы и Польши. Там 7 епархий, и тут 7 епархий. В общей сложности порядка 15-14 епархий. Но невозможно сидеть на двух стульях. И в борьбе того времени он принимает сторону Москвы. И это очень не нравится великому князю литовскому Альгерду. И в конце концов дело дошло до того, что в 1358 году Альгерд приказывает арестовать Алексея. Он был арестован и брошен в литовскую тюрьму. Несмотря на свой митрополичий сан, несмотря на весь авторитет, который он имел, и два года он провел в литовской тюрьме. Два года он провел в литовской тюрьме, и только поддержка друзей позволила ему бежать. У него были доброжелатели, и в Литве тоже, среди православных. И они организовали ему побег. И вот с этого времени, с 60-го года, он понял, что с Литвой ему уже не договориться. Все, это отрезанный ломоть для него. И больше он туда не ездил, потому что он понимал, что там его арестуют сразу на границе. И с этого времени вся его деятельность подчинена интересам Москвы. Он становится воспитателем малолетнего московского князя Дмитрия Ивановича. В это время Дмитрию 10 лет. Московское правительство не имеет руководителя, потому что умер князь Иван Красный. Формально правит его сын Дмитрий, но Дмитрий отрок. Он не может еще реально управлять. Начинаются распри между боярами, и московское дело под угрозой. И вот митрополит Алексей становится не только воспитателем отрока Дмитрия, но и фактически главой московского боярского правительства. Москва ведет тяжелую войну за великое княжение с суздальскими князьями. Митрополит Алексей фактически становится не только руководителем правительства, но и руководителем московского войска, армии. Он определяет стратегические планы. И Москва побеждает. В 66 году, после длительной войны, московские войска победили суздальско-нижегородских князей,
и Великое княжение навсегда вернулось к московским князьям. Дальше начинается тяжелая война с Литвой. В 1368 году начинается нападение на Москву литовских князей. Три похода Альгерда Литовского. 368, 370 и 372. Три нашествия литовцев на Москву. По инициативе митрополита Алексея в Москве строится белокаменная крепость. И эта крепость позволила Москве выдержать все три нашествия. Фактически он, его авторитет, его деньги создали Московскую крепость. Он тратил митрополитские средства на Москву. Но он понимал, что он вкладывает дело не в конкретного человека. Так сказать, проект был гораздо шире. Это был проект объединения страны, возрождения страны. Москва выдержала три нашествия литовцев. Во время первого нашествия он был в Нижнем Новгороде и заставил нижегородского князя отказаться от удара в спину. Тот хотел напасть на Москву с востока, когда литовцы нападали с запада. Алексей ему не позволил. Во время второго нашествия он сидел в Москве, руководил обороной Москвы от Альгерда. Ну а третье нашествие, оно прошло вскользь. Литовцы до Москвы не дошли и ударили на Переславль-Залесский. Конечно, в этом качестве он имел много друзей, в качестве руководителя московского правительства, но и много врагов. На него постоянно писали доносы в Константинополь, патриарху. В особенности, конечно, старались литовские князья, поляки, потому что им такой московский митрополит совсем не нравился. И вот патриарх Константинопольский должен был как-то реагировать. Патриарх Филофей в 1375 году посылает в Москву комиссию для расследования деятельности Алексея. Эта комиссия была в Польше, была в Литве, была в Москве. И по результатам доклада этой комиссии патриарх принимает решение. Он назначает еще при жизни Алексея нового митрополита Киприана, грека, который должен был восстановить вот такую независимую от князей политику церкви. Разделить церковь с Москвой был назначен грек Киприан. Ну, он был по происхождению болгарин, но он приехал из Константинополя. Он был придворный клирик Константинопольского патриарха. Киприан приехал, поселился в Киеве, который принадлежал тогда Литве, и стал ждать, как только умрет Алексей, в преклонном возрасте он займет его место. А пока он управляет литовскими епархиями. Конечно, Алексею все это страшно не нравится, неприятно. Он чувствует, пора подумать о наследнике, наместнике. И вот дальше было то, о чем я вам рассказывал. Он предложил свой сан митрополичий преподобному Сергию Радонежскому. Преподобный Сергий отказался. Это было не его дело. И тогда других достойных кандидатов не было. И начинается тяжелая борьба за власть. Смута. Сразу несколько, три или четыре кандидата на одно место. На место умершего Алексея. Алексей и Митяй – это две противоположности для русской церковной иерархии. Алексей – исключение в политике константинопольских патриархов. Первый русский на русской кафедре. Собиратель церковных сил, собиратель их вокруг Москвы, где он вел, помимо церковной, бурную политическую деятельность, будучи регентом при малолетнем великом князе. Митяй – человек исключительно светский, он был великокняжеским духовником. Он был человеком, влюбленным в себя, влюбленным в свою позицию при великом князе. Он не любил монашество, он и постригся-то только потому, чтобы стать архиереем. И вот эта нелюбовь к монашеству снискала ему ответную нелюбовь всего русского монашества. Его очень не хотели на престоле русских митрополитов. И уезжал-то он с молитвой всех монахов о том, чтобы ему не вернуться митрополитов, такой беды, чтобы не случилось. И эта беда не случилась, он умирает в виду Галаты, предместье Константинополя, так и не добравшись туда, куда ему так хотелось. Ну и, наконец, возвращаясь к общей оценке деятельности митрополита Алексея. Конечно, митрополит Алексей был одним из, так сказать, отцов-основателей московского государства. Московское государство выросло на плечах таких людей, как он. Людей сильных, энергичных, верующих, работающих во имя объединения и возрождения страны.
Вот то, что я хотел вам сегодня рассказать. На этом я свою лекцию сегодняшнюю закончу. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста.